строительство наземного метро в Подмосковье началось здесь, со станции Воденцова. Отсюда поезда будут курсировать до Лобни и обратно. Таков маршрут МЦД-1, строительство которого планируют завершить к концу ноября. Ну а пока здесь ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Шум строительной техники на станции Одинцова для горожан привычное дело. Они знают, совсем скоро запустят наземное метро. Оно свяжет Москву и область центральными диаметрами. Это позволит жителям нашего округа быстро и без пересадок добираться как до центра столицы, так и обратно в область, даже до самых дальних городов. Нововведение одинцовцы принимают позитивно, ведь все это для их комфорта. Безостановочная работа. Люди могут приехать в любое время, уехать в любое время, приехать тогда, когда им захочется. Ну, это удобно. Что мне нравится в МЦД? Значит, многие люди ездят в Долгопрудный. Им это будет очень полезно. Интервал движения поездов составит 5-6 минут, поэтому добраться из Одинцова в Лобню можно будет намного быстрее, чем раньше. Ну а пока вблизи станции Одинцова, Баковка и Немчиновка обустраивают и ремонтируют тротуары, посадочные площадки и автобусные полосы, делают также опоры освещения и парковки. Глава округа Андрей Иванов совершил рабочую поездку на станцию Одинцова и проверил, как проводится благоустройство. Напомним, что эти работы начались в октябре. Откроется МЦД-1 уже в этом году. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.